Всех приветствую, подписчики и зрители канала, с вами Трофим, продолжаем двигать Undertale. Вот эти два барана, блядь, друг за другом ходят, задницы нюхают. Чё вы ходите, идите заложников, смотрите, найдите заложников, сопроводите их к ближайшему выходу. Я запись только включил, хлопцы, там у нас где поезд был. Тут, в принципе, я немного прошел. Тут задание очередное. Найти заложников и сопроводить их к ближайшему выходу. Эти два дятла мне. Я что-то с этими заложниками здесь замучился. Одного кое-как там, оказывается, надо к окошку. Вот видите, там окошко разбитое. Туда их сопровождаешь. Я с ними носился, бегал. Туда отводить их. Тут, оказывается, к окошечку подводишь. Да что вы, блядь, не можете справиться с этими товарищами? Там у меня Майк с Джейком очередной. Поняли, да, смысл? Вот сейчас мы спасаем этих заложников. Так, кто здесь? Надо их вывести, короче, к выходу. Найти, прежде чем вывести, необходимо найти. А потом каждому к отдельному выходу их отвезти. Вижу, ага, да. Тихо, тихо. Гранату, гранату. Все, тихо, тихо. Стоять. Вот, я сейчас сдохну. С такими напарниками каши не сваришь. Короче, модификация вообще отличнейшая. Ну-ка, может, с этой пушкой походить? Да нет, все-таки со своим. Ищем заложников, пацаны. Здесь кто? Во, наконец-то, нашел я тебя. Так, найти ближайшим. Так, пойдем за мной. Прежде чем пойдем, дай-ка я аптечкой подпитаюсь. Все, иди сюда. Иди сюда. Так, где-то здесь может выход для него. Так, аптечечку забираем. Не, здесь заперто. В общем и целом, короче говоря, я запись-то не включил. Там, где поезд пробежал немного. Здесь на вокзале мы очутились. Или что это? Зал ожидания. Здесь надо, видите, у нас задание. Найти заложника и сопроводить их к ближайшему выходу. Эти два дятла друг за другом бегают. Задницы нюхают, блядь. Не могут разобрать. Ну так, помогают мне. В целом, блядь, не особо, конечно. Приходится самому здесь все это делать. Так, а что ты там встал? Где-то там у тебя выход получается, что ли? Что ты здесь стоишь? Куда тебя вывести? Пойдем, пойдем. А, вот же дверь. Все, ага, все, давай, двигай сюда. Иди ко мне. Все, молодец, блин. С одним тупил там внизу, он там, блядь, встал колом и никуда не хочет идти. А их надо, знаете, вот здесь у нас получается. Ну, для тех, кто первый раз будет проходить. Надо сопроводить вот сюда. И здесь уже его примут как бы с высоты. Давай, все, отвали. Все, отлично. Мне доложили о вертолете, но не подаем. Отмело, это не мой, сбей его, попробуй попасть в него. Ясно, ясно. Так, а где, ага, вижу, он там. Давайте ствол поменяем, я на МП-5. Пилота, короче, надо срубить, дабы разобраться с вертолетом. Модик, короче, отличный, я вам точно говорю. Помимо шутера, здесь, я еще раз говорю, переплетение с хоррором. Ну, кто проходил, тот знает. Поэтому будем однозначно двигать. Насчет Lost Alpha немного подождем. Пусть правочки там, различные патчи, правочки, так сказать, оптимизируют, стабилизируют игру. Потому как многие говорят, что там нестабильно, по оптимизации не очень. Плюс баги добыли. И потом, наверное, также Lost Alpha будем проходить. Сейчас пока займемся Undertale, немного от сталкера отдохнем. Но те прохождения, которые на канале, по Reborn и так далее, все это будем двигать. То есть. Я просто так, тихо, вертолет. Тихо. Сейчас нам надо пилотов. Давай сюда, вы сзади. Стоишь, ты, два пилота. Чай, блять, от них помощь. От них помощь не дождет. Да тихо, зарисовывается. Отлично, по сандали. Все, прекрасно, отходим. Отходим, подождите, пацаны. Там сейчас помимо вертолета, наверное, отсюда кто-то полезет. Так, следующая задача. Убейте вертолетчика. Так, меня кто не слышит, это отряд Дельта-3. Мы застряли на парковке мола. Они нас прижали. Так. Куда он там побежал? Похоже, они сосредотачиваются на нижнем этаже парковки. Если кто-нибудь меня слышит, нам нужна помощь. Идем. Так, сюда нам, да, надо, скорее всего. Блин. Фу, блядь, а. Откуда ты здесь? Он как из-под земли вырвал. Так, я могу пройти. Да, это понятно. Проберитесь через парковку. Блин, у меня два показателя по жизни. Благо, аптечка есть. Тут
еще вот эти вот есть. Так, надо перекусить, наверное, сэндвич съесть. Так что это модик у нас прекрасен. Поэтому пока он не такой большой, поэтому перед альфой, ну, перед Lost Alpha пройдем данную модификацию, посмотрим, что да как. Но нет. Эй, мы отследили эти вертолеты, оказалось, что они прибыли из Аризонской пустыни пару минут назад, туда отправили отряд. Все, что мы нашли, это пустые ангары и куча трупов. Они очень нездорового вида. У меня тут есть пару фотографий этих тел. Они пугают. Короче говоря, скорее всего, с зомбированием не будем здесь воевать. Последующие. Так, это кто у нас здесь? Тихо. Это что это? А, ну это вертолет, который мы сбили. Тут пилоты, да? А что, он же как-то запчасти... А, во-во, ага. На, Джейк, перекуси, Майк. Перекуси с этим, блядь. С Джейком. Так, ладно, погнали. Они как два этих. Отморозка бегают, друг другу зад нюхают. И толком не помогают. Там, если когда в упор там есть возможность, конечно, отстреливают. Но в целом, конечно... Джейк, слушай, я собираюсь заправить этот херов вертолет. Поддержки не будет минут 15. Дам знать, когда вернусь. Хорошо, понял там. Дашь знать, когда вернешься. Так, тихо, там я слышу. Тихо. Ага, вижу, там падла. Стоять бояться. Отлично, приложи. Замечательно сработано. Опять приходится на собственные силы надеяться. Так, еще там кого-то слышишь? Стоять бояться. Так, нам сюда скорее. Ага, дверь заперта. Ну что, Майк, где твой дружок? Побежали, посмотрим, что там у нас творится дальше. Это как бы еще игра у нас получается толком, ну то есть полномасштабно не запущен мод еще. То есть типа как пролога. Так, а по сложности, кстати, я вот не знаю, почему он скидывает. Видите, сейчас сложно вроде стоит. Окей, применить нажал. А так посмотрел видео, там, кстати, он сбрасывал. Изначально настроено было на сложный уровень, но перед, допустим, когда тебя убивают, ты возрождаешься. Я там посмотрел, перескочила обратно на норму. Ну, то есть на нормальный. Не знаю, почему так получается. Ну, вроде сейчас как все нормально. То есть играем как бы такой хардкорчик. Ну, блядь, что здесь, по-моему? Баллон, что ли? Наверное, в лифту. Лифт, да? Ну, заходи, нам... Да подожди, да я, блядь, выпну эту шняк. Заходи, где товарищ наш? Второй, или что? Обязательно, да ладно, доберется сам. Не захотел что-то там замерз. Так, тихо, не спеши, Майк. Очередной Майк у нас, мясо, жертва. Сейчас опять пью в голову получу. Так, ну загрузочка, кстати, такая долгая, хочу заметить. Так, ты меня напугал. Я уж думал, ты один из них. Как только мы спустились, они взорвали лестницу. Так что мы зажаты между пожаром и им. У нас нет ни малейшего понятия, что происходит. Нам приказали зачистить мол, мы спустились, и после этого связи не было. Давайте держаться вместе, пока связь не восстановится. Командуйте. Ну хорошо, ну да, с вами каши не сваришь, я так понял. Накомандуешь здесь. Ну хотя тут, в принципе, мы же, помните, тренировались тут. Отдать команду, приказ там, да, допустим, перегруппировка или направить на цель бригаду. То есть, кто первую серию смотрел, помните, да? То есть этим скорее, этой функцией, скорее всего, можно здесь все это делать, воспользоваться. Надо спуститься. Тихо. Да подожди. Подумайте. Давайте, ребята, вас много. Работы для вас там хватает. Так, дай-ка я выйду отсюда. И, наверное, сюда куда-нибудь отвезем. Во. А я вот так положу.
Мне так как-то сподручнее. А, отлично, засандалили. Патрончики-то надо собирать. Тут аптечек никаких в машине нет. Кого он там был? Так, тихо-тихо, меня сейчас зажмурят. Надо срочно подлечиться. Бинтов нету, блядь, бинтов-то нету. Перекусить. Ни одного бинта. Это плохо, надо срочно бинт искать. А, ну, в принципе, нормально. Так, что, двинули, да, пацаны? Там все, разобрались со всеми, поработали. Все, погнали дальше. Так, там он не аптечку лишил. А, нет, тихо-тихо, это что? Батарейка, да, или что это я взял? Так. Джей, как слышно, я снова на связи. У вертолета полный бак, я скоро буду у заправки. Принято. Принято. Тихо-тихо. Ребята, давай, отстреляй. Во, молодец, Фрэнк. Получишь медаль боевую. Отлично, сработано. Тихо, вы не толпитесь кучкой. Опять друг за другом, как стадо баранов. Бегаете. Все пока замечательно проходит. Нет, с дробовичком я не расстанусь. Это я вам точно говорю. Посмотрите, какая красота. Только и работаем. Так, здесь все собрали. Ладно, я с вами после поговорю. Я смотрю, вы не понимаете, когда с вами по-хорошему. Так, а у меня такой сволочь. Это что? Ну-ка. Ну нет, ладно, этот мы оставим на крайний случай. Пока дробовичком поработаем. Так, тихо, где мой дробовик? Блять, да что ты? Так, а задание у нас вниз по ниже по парковке. Мы пошли. Ниже по парковке. Да, сейчас здесь буча будет, да, наверное, у нас. Заварушка небольшая. Ага, вон, вижу, придурок стоит. Отлично. Давайте, хлопцы, работаем. Ух ты, блин, попал, падла. Аптечек, кстати, в машине никаких нету. А то я так бегаю. Вполне возможно. Так, я тут. А это что за хрень? Гатлинги с датчиками движения. Не пытайся их обойти. Я почти на месте. Гатлинги, говорю. Они только что открыли дверь на верхнем этаже парковки. Знаешь, похоже, тебе придется туда подняться. И не злись, я не виноват, что у них такая высокотехнологичная безопасность. Ну ясно, сейчас вообще жопа. Хотя я сомневаюсь, что эти ребята привезли такое вооружение. Так, ну-ка давайте посмотрим. Видите, Half-Life 2, красота. Какого хрена, Капрал, вы вызвали внутреннюю безопасность или военную? Нет, пока никого не вызывал, но скоро сам буду на парковке. Ориентировочно через 10 минут. Черт, значит, скорее всего, в военном транспорте противник, Джей. Они внутри парковки, осторожно. Все, понял там. Так, давайте подлечимся. Уже наших всех переложили, смотрите.
пока тут на связи мы были, да, давайте хотя бы последний оставить уже. Так, они уже на парковке, да, да там. Поднимитесь наверх, чтобы воспользоваться лестницей. Так, то есть туда мне суваться не стоит. Туда мне суваться не стоит, пацаны. Поднимитесь наверх. Так, ну, скорее всего, где-то здесь проход. Да, да, все правильно. Не, не здесь. Поднимитесь наверх, чтобы воспользоваться. А что, там нигде двери никакой не было? Может, я там что упустил? Не, здесь гатлинги у нас, да. То есть их бесполезно, там граната не граната, да, их бесполезно. Значит, где-то там проход. Будем искать. Блять, а как он... Тихо-тихо. Резко выскочил. Граната, уходим, блядь, не успел. Ладно. Так, а вот давайте сейчас посмотрим, сложность как. Переключилась, а нет, стоит. Ну нормально, значит я применить просто не нажал. Что в этот, в тот раз. Так, аккуратно работаем, там я смотрю, товарищи, блин, один за одним двигаются. Так, где там проход это? Так, вот, все правильно. Граната летит, граната, отходим. Стоять бояться. Хорошо, что я пригнулся. Так, и жизни практически нет. Блять, я не вовремя. Да, блин, не вовремя. Не вовремя я подлечиваться стал. Ладно, сейчас будем более аккуратны. Да чё, жизни 45. Там надо было по аптечкам смотреть более внимательно. Я тут в спешечке. Здесь ничего не... О! Так, боезапас. Боезапас, да, здесь можно под это. Отлично. Тихо, блядь, перезарядка. Отходим, пацаны. Не спеши, сейчас мы нормально все. Вон он падает. Отлично. Все. Собираем прибыток. Так, бежим. Прибыточек собрали мы с вами. Тихо. Отлично, все идет по плану. Все идет. Да блять, откуда ты нарисовался, гидра ты такая? Откуда он там нарисовался, а, пацаны? Вроде всех положил. И опять, видите, сохранение не прошло или прошло? Сейчас по новой, что ли, их всех валить? Да не, прошло сейчас. Сейчас работаем. Давай, по одному. Всем хватит. Тихо. Откуда он стреляет, это гидра, а?
Откуда ты там стрелял? У меня кровотечение. Так, отходим. Надо подлечиться. У меня там один спрей, по-моему, остался. Получается, да? Да, тут это не подлечишься. Может, кровь пройдет так, если? Навряд ли. Блин, пацаны, надо быстренько там искать или аптечку, или что. Иначе я просто не дотяну. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Аптечку дайте мне, а, хлопцы. У меня кровотечение, блин. Или хотя бы бинтик один. Ну... Давай, бинт мне один нарисуй, а. Может, сейчас оно остановится само, хотя маловероятно, отлично засандалил. Порвало. Как хорошо здесь реализовано, да, вот этот, я имею в виду. Текстур, ну, по кровь мне сделали красиво. При стрельбе. Разрывает их тут на части. Так, ну что, нет ни бинтов, ни это. Ни бинтов, ни аптечек. Так, то есть нам наверх, дальше бежим. А что у меня на каске найти? Типа батарейки. Блин, а, ну все, кровь остановилась, отлично. Так, тихо, вот сейчас здесь жопа будет, я чувствую. Перезарядился. Все, за хаммер бежим, паркуемся там, аккуратненько. И отслеживаю всю эту нечисть. Может, в него припарковаться нельзя? Не, нельзя. Может. Так, ну все, мы практически наверху с вами, хлопцы. Так, ну-ка, ну-ка, я сюда вот привстану. Тишина там? А, вон вижу спрей. Отлично. Спрей, спрей, понадобится нам спрей. Так, а здесь у них, здесь он, в эту дверь я не смогу зайти. Да нет, надо дальше подниматься. Так, броня 25. Жизни 51. Слышу. Сейчас снизу попрут, наверное, да? Или там уже вертолет долбит у нас? Ладно, давайте пробежим еще, посмотрим. Все, мы наверху, пацаны. Сейчас, скорее всего, загрузка, наверное. Так, тихо, отходим. Сюда бежим. Тихо-тихо-тихо. Давай, прыгай, там я хотел. А, нет, здесь он не пробил. Так, это наш. Пора. Джейк, держись, я тебя прикрою. Принято. Прикрой, брателло, прикрой. Тяжко мне здесь в одного справляться. Прикрой, что ли. Давайте за машину. Да, уж было весело. Слушай, Джейк, я вызвал подмогу. Так как это не больница и не мол. Мне плевать, если здание взорвут. Подожди подкрепление, прежде чем войдешь на парковку. Один, ты понял? Что? Ты останешься? Мне напомни что-то. Может быть, каждую секунду гражданский день. Я в курсе, капрал, но мне не нравится посылать своего человека одного. Пока что он выполнил большую часть работы. Так что мы подождем, пока вы прибудете. Ух ты, ё-моё. Бля, что, сойдёл один спит.
Ну все, договорился в рацию. Ты, блядь, смотреть надо было по сторонам, а не в рацию трещать там, да, пацаны? Вот и договорился. Так, ну-ка давайте посмотрим, что здесь. Патроны, аптечки мне. Выследите убийцу Фрэнка. Выследи. Попробую его выследить. Так, ну скорее всего здесь ничего нет для нас ценного, полезного. Поэтому, наверное, побежали мы. Куда-то сюда, в эту дверь. Не, здесь заперта. Че, обратно возвращаться, что ли? Ну-ка, давай в Хаммер прыгай и поехали. Да, блядь, обратно бежать я не хочу. Не, здесь он, конечно же. Слушайте, а он там на балкон, я не смогу вот здесь, если перейти, он там запрыгнуть на балкон. Навряд ли, да, с этой? Да не, это я что-то извращаю. Скорее всего, нам вниз надо бежать. Туда, где у нас гатлинги стояли, да? Возвращаться, скорее всего, там. Ну, погнали там. Тут сейчас на пути нам еще бригадка повстречается. Я больше чем уверен. Правильно же? Там аптечку никто не положил для нас специально. Фонарик. Не, фонарик поэкономим. Или там гатлинги так и стоят. Зря я пошел, наверное. Ладно, по-быстрому сбегаем. Тут, я думаю, недолго. Выследите, говорит, убийцу Фрэнка, да? Чего ж ты в Хаммер-то не прыгаешь, а? Там бы по-быстрому уже добрались. Так, а здесь что? Ну-ка, подождите. Дайте-ка я здесь посмотрю, блядь. Сэндвичи, там кола и так далее. Сэндвичи, кола, блядь. Ничего тут у нас. Так, боеприпасы у меня полные, блядь. Лифт, это мы отсюда приехали, правильно? Да, отсюда мы приехали. Сюда мы приехали с вами. Так, ну сколько здесь этажей гараж-то? Три или четыре? Вот, последний пришли. Да-да-да. Дома, сейчас посмотрим. Неужели я зря этот путь проделал? Вполне возможно, проходим-то. А, нет, тут еще вниз. Возможно, там наверху что-то надо было как-то пробраться. Через это, сейчас посмотрим. Блядь, да тут пока вниз доберешься уже. Чего и не захочешь, блин. Так, а это что за дверь? Да нет, тут гатлинги стоят. Блин. Да конечно, блин, я зря столько пробежал, что ли. А как там тогда, куда там двигаться, блин, пацаны? Ну вот видите, первый раз же проходим. То есть я намеренно не знаю, куда идти. Тут надо уже сейчас самому смотреть. Там вроде двери все закрыты были. Неужели там надо было прыгать по этому? Ну то есть проходить через... По парапету. Скорее всего, может, я что, где дверь не доглядел?
Ладно, сейчас посмотрим. Зря, конечно, наверх. Или все-таки гатлинги эти можно было уничтожить как? У меня же граната, вон я еще смотрю, 4 гранатки имеются. Туда зашвырнуть, в принципе. Так, найти убийцу. А если он там в лифт опять вернулся? Маловероятно. То есть подняться, может, он там, где засел. Он же его с Фау, с этого, да? С РПГ снял вертолет, по-моему. Ладно, сейчас разберемся. Подумаем, что к чему там, посмотрим. Так, вот мы наверху, силы на исходе. По знаку. По какому знаку я, да? Я могу пройти по знаку. Пацаны. Ну, скорее всего, правильная была моя задумка. Зря бегали, только время убил. Так, ну эти двери однозначно не рабочие. Потому что, видите, я могу пройти по знаку. Изначально я, ну, то есть, не, этому внимания не уделил. А тут, скорее всего, так и надо было делать. То есть, вот у нас знак. Правильно? Вот. И тут аккуратненько в приседе двигаемся. Да, конечно же, блин, какая глупость, мне столько времени. Ну, чё ж, поди, видите, первый раз прохожу. То есть все проверили. И здесь мы прыгаем на балкон. Тихо, вот, отлично. Тут уже по лестнице. А, не-не-не-не. А, ну он, наверное, выбит. Нет, я тебе думал, так выбит. Подожди. Так, ну по знаку мы прошли, и что? Вниз нам надо, нам наверх, скорее всего. А, ну... Может, ее разбить как-то? Да не, так не получится. А, ну все просто. Не, я думал, может, по балконам надо. Там просто окошечко выбил, да и все, да, у нас. Так, найти убийцу Фрэнка. Ну погнали, пупочки. Выследить. А вон он, блядь, не успел. Стоять, гидра, блядь. Сейчас я тебе скальп сниму. Тихо-тихо там. Открывай давай. Бабу бедную напугал. Там аж описилась от страха. Так, что там? Так, я не знаю, может, он где-нибудь здесь спрятался. В дверь там забежал, я тут бегаю. Ну-ка, давайте сюда. Черт, я потерял его. Бля, действительно потерял. Фрэнк, Джейк, я у въезда на парковку. Вы где? Спускайтесь на улицу. Так, лифт рабочий. Да, лифт рабочий. С вами общаться, кстати, нельзя. Ага. Здорово, приятель. Что случилось? Что, блин, случилось? Прям горячая точка. Это вертолет Фрэнка. Боже, соболезную. Слушай, еще будет время его помянуть. И сейчас нам надо сосредоточиться. Со мной целый отряд. Просто убери ограждение, мы штурмуем парковку. А ты садись в хаммер и веди нас. Отлично, да. Ну, наверное, давайте уже в следующей серии, да, мы этим займемся. Так, здесь что у нас? Там аптечка, да? Ну-ка. Ладно, сохранение же прошло, это, да? Сохранение прошу. Так, что они там, заграждение убрали? Ну давайте сейчас посмотрим место. Ева.
войти выйти. Понятно. Ну давайте, ладно, еще минут 5 поиграем. Ну-ка, мне просто интересно. Там, если не получится, с первого раза. Блять, управление корявенько или это. Так, а куда мне? Куда поехать? Блять, на этом камере. Да, ну ё... Чё же вы не сказали, я подумал. Да не... Куда ехать? Я вообще никуда еду. Так, подожди, короче, нахуй мне ваш хаммер? Тут, блядь, 5 метров шириной дорога, хаммер тут пробить. Чё, получается вертолет этот, что ли? А, вон, господи, какая глупость. Ладно, все, я понял. Сглупил. Не посмотрел, налево же. Нет, первый раз проходим, пацаны, не обессудь. Забью сейчас его в пух и прах. Блядь, ну управление вообще скорявое. Не, ну а чё тут? Ну там гатлинги же, да, у вас. Там гатлинги уже. Я все, я понял, что надо сделать. Хотел я на хаммер сесть. Вот мы и сели на хаммер. Да, ну а по управлению, конечно, попривыкли. Это факт. Ох ты, я убил, снес стол. А он катится себе. Так, ну что там надо сделать? Тихо, тихо. Что, вам помочь? Выйти или прям на хаммере? Давайте прям на хаммере туда въеду. Своих не задави. Куда ты? Давай, давай. Ну что, все, пробил я вам там путь. Ребят. О, отлично. Протараньте ход. Прекрасно. Просто великолепно. Так, найдите вход в комплекс. Так, ну все, сохранение прошло. Наверное, искать вход в комплекс. Вот в этот комплекс мы зайдем. И чувствую я, начнется вся жесть. Весь хоррор данной игры. Это я вам точно говорю. Здесь мы так шутырком развлеклись. Постреляли, блядь, голову им посносили. Вся жуть, блядь, так сказать, нас ждет впереди. Так что давайте здесь завершим и в следующей серии продолжим. Все, всем удачи, хорошего настроения. С вами был Трофим. Увидимся в следующей серии. Всем пока.